Привет! Вы все еще на канале Мир Конструкторов, и сегодня рассмотрим набор из 2012 года под артикулом 4208. В нем 247 деталей, и называется он «Пожарный внедорожник». Это в русской интерпретации, на английском же называется этот набор Fire Truck. Вот так выглядит инструкция этого набора. Коробочки не сохранилось, и обзор начнем мы как раз с этой инструкции. Кстати, в те годы Lego очень сильно экспериментировала с серией City, и она отступала от классического города в сторону лесных полицейских и лесных пожарных. Как раз этот набор из серии лесных пожарных. Можно, кстати, посмотреть в этой инструкции. На последних страницах есть как бы наборы именно из лесных пожарных того года выпуска. Вот здесь три набора. Как мы видим, самый маленький, скорее всего, он пожарный внедорожник, потом вот этот грузовик повышенной проходимости и самолет, который тушит тоже лес, и также внедорожник. Сейчас поближе покажу, если получится. Вот три набора. И, по-моему, дальше серия лесных пожарных не пошла. Ну что ж, пора приступать к самому набору. Что смотреть на инструкцию-то? Вот так выглядит сам набор. Он состоял из двух пакетиков, в нем одна мини-фигурка, небольшая декорация в виде дерева, охваченная огнем, и сам внедорожник, как его перевели у нас в стране. Что ж, давайте по традиции начнем с мини-фигурки. Так она выглядит, это именно лесной пожарный. Он отличается от городских цветом униформы. У него она оранжевого цвета, в то время как у городского она была черная. Присутствует принт спереди и сзади на теле, также спереди на ногах. Ну и так, классическая лего, одно выражение лица. Вот такое вот у него озабоченное чем-то. Ну, скорее всего, надо тушить, не знает как. Также декорация в виде дерева. Обычное стандартное леговское пламя. И вот такое небольшое дерево с веточками, которое уже загорелось. И самое интересное, наверное, в этом наборе пожарная машина. Здесь вот у него на крыше стоит водомет. Часть элемента — это имитация воды. Можно снять, когда просто в обычном движении, вот так вот, без струи воды уже. Так выглядит сама эта пожарная машина повышенной проходимости. Это как раз еще и те года, не только когда Лего экспериментировала с серией City, но и когда она везде ставила свои любимые кружки. Нужны они там в салоне автомобиля или нет, но всегда была кружка. Ну и тогда еще были двери, которые так очень сильно нравятся мне. Кстати, здесь уже есть элементы зеркал заднего вида. Прикольно сделано, а то все время у них без зеркал заднего вида было. Также вот такое, я не знаю, дуга безопасности, что ли, какая-то, как кенгурятник смотрится, номер, ну, это же артикул набора, спецсигналы все есть, такие большие колеса, сразу видно, что может пролезть где угодно. Здесь значок пожарных, сигналы, опять значок пожарных с артикулом набора, сзади тоже вот спецсигналы, огни, задние фонари. Впереди у нас есть место водителя, мы уже смотрели. Также здесь такое ощущение, что все-таки нужно было в наборе две мини-фигурки, потому что все-таки один должен рулить, второй управляет как бы этим бронзбойдом не здесь стоя, а именно сидя уже за пультом управления. Там вот есть деталька с принтом, это не наклейка. Он с двух сторон открывается для посадки, чтобы удобно было посадить. Вот так вот можно посмотреть, чтобы видно было. Фокусируется. Вот пульт управления. И что самое интересное, есть еще один отсек. Вот здесь, как вы уже заметили, шторки эти открываются. Ну, открываются они не сдвижные, а просто верх открывается. И там, конечно же, обмундирование самого пожарного. Ну, вы думали, он в таком виде, что ли, будет тушить? Конечно же, нет. Получилось вытащить. Что мы здесь видим? Баллоны с кислородом. Потом защитная маска. Сейчас мы все это оденем. Ну и, соответственно, орудие — это топор. Что не удалось потушить, можно срубить, и чтобы дальше не распространялся огонь. И сейчас мы увидим, как мини-фигурка лесного пожарного выглядит в полном обмундировании.
Скажу сразу, выглядит обалденно. Здесь вот все прорези есть специальные. Вот это вот его каска под углом. И даем мы ему топор в правую руку. И вот так вот уже выглядит мини-фигурка в боевой готовности. Ну, выглядит, конечно, классно. Суперски смотрится. Классная мини-фигурка, мне нравится. Такую в коллекцию, это прям суперская вещь. Так, по идее, должно быть два, конечно. Один сидит внутри, второй снаружи. Тушит, помогает, но пожалели еще одну мини-фигурку для этого набора. Ну что ж, спасибо всем, кто досмотрел до конца это видео. Всем, кому понравилось, обязательно, конечно же, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, все ссылки там на другие, и на группу ВКонтакте, на Инстаграм, все под видео, вы знаете уже. Оставляйте свои комментарии, делитесь своим мнением по этому набору. И до новых встреч, пока!